что есть кто, ребят. Йоу, ты местный? Да, оружие купить хочу. Понятно. А? Не ко мне. Здесь вообще стены бары. Попали. Йоу, местный? Амиг. Есть оружие. Какое-нибудь оружие есть? Да, есть. Какое? Разное. А ты чё, интересуешься? Да, надо защита. А? Защита нужна, да, нападают всякие. Защита нужна? Да. А чё ты? Слушай, ну не знаю. Чё тебе так защита понадобилась? Да. Чё тут? Чё-то я тебя тут не видел. Да я вообще родом не отсюда. М-м? Да я родом не отсюда. Родом не отсюда? Нет. И не покупал? Нет, нет, не разу. Просто говорят, вроде тут продают. Не знаю. Ладно, а чёшки сними. Сейчас, секунду. Да, сейчас, секунду. Ну, что там есть? М? Что там есть у вас? Ну, короче, смотри. Смотря, что тебе нужно. Такое, чтобы мощное, так сказать. Дробовик, мощно. Я так понимаю, да? Дробовик не самое мощное. А что там по-моему? Я тебе могу мощное предложить. Тебе мощное скорострельное? Да или не, мощное? Такое, раз и все. И нет, по-моему. Револьвер. Сколько стоит? 4. Ой-ой-ой. Блин. А что подешевле? Дробовик мощный, нет? 2000. Ну давай дробовик. Нормально, сколько там патронов? М? Сколько там патронов? Нормально, тебе хватит. Окей. Давай быстрее, давай, я думаю. Деньги вперед. Окей. Опа, все отлично, братишка, спасибо. Если что, буду приходить.